Ну что ж, друзья, мы можем начинать. Наконец-то. Ролик вообще, кстати, эпичный. Да, мне тоже понравился. Я в восторге просто. Ну что, Каспер, мы можем с тобой наблюдать сейчас, что у нас происходит на сцене. У нас, кстати, начинается пик. Друзья, давайте вам покажем. Итак, полуфинал, сетка виннеров. Meanwhile in Finland с тегом Razer, новый спонсор команды, который появился по ходу Starladder'ом. Да, они там тоже, мы с ним еще общались вчера. Они говорили, что у них совсем скоро может появиться еще несколько партнеров. Интересных весьма. И не буду, конечно, ничего пока срывать покровы, но тем не менее очень приятно, что команда идет только вперед и ну хорошо, что команды развиваются, действительно появляются спонсоры и не просто так все играют. Кстати, сегодня появилась очень жесткая новость. Вот компания Innova, локализатор вот российской версии, повезет две команды на DreamHack российских. Но какие, это пока еще секрет. Тайна, покрытая мраком. Да, да, да. То есть сегодня будет, по идее, официальный анонс, который мы уже будем на эту тему говорить. Это написано что-то на Фогейме, и мы узнаем, какие две команды подправятся покорять европейский сервер и бороться. Ну, самое главное, кто? Кто же это будет? Потому что две российские команды, единственные, которые были вчера на чемпионате StarLadder, они вчера вылетели. То есть у нас остался GoBow, как представители Украины. Да, остается украинская команда Going Bunkers, шведская команда Bilo. Сейчас же на сцене также Meanwhile in Finland из Финляндии, соответственно. И в полуфинале с украинцами сыграют датчане из Mr. Dandictory. Но у нас начинается встреча. Давайте смотреть слева Meanwhile in Finland, справа их соперники. Да, Мамутс, кстати, вот как обычно играет на своем любимом лучнике. На протяжении турнира он неоднократно показывал, что это, наверное, один из его самых любимых и самых лучших героев. Да, да, он является в любом случае одним из самых, наверное, таких именитых игроков в мире Bloodline. Да, ну вот сейчас смотрим пока Йоха, Гажак, Интерион, состав команды Made in Finland, точнее. И так, что у нас здесь происходит? Так, Флутерпекси получал уже немножко по спине, но сразу же отошел. Ну, вроде там все нормально пока делать, все стабильно. Посмотри, прошло уже прошла практически минута, а команды практически фуловые. Слушай, Каспер, как ты думаешь, все-таки вот будут прогнозы вот эти вот 3-0 в двух полуфиналах? Как ты думаешь? Ну, мне бы не хотелось этого крайне, потому что, прежде всего, болеем за красивую игру. Вот сейчас видим, как Гажак оказался просто не в нужное время, не в нужном месте. Получил очень плотно и вынужден был отойти. Вот сейчас продолжает Интерион просто захиливать. Ну, вот такой человек, как Газхак, это вообще один из самых легендарных, наверное, в мире Bloodline. В принципе, и Джух, и Интерион, все они очень известные игроки. И вчера они показывали, что они действительно крутые. Но, правда, на этом лане команда Миф проиграла свои первые три карты вообще за весь сезон. Да, они вчера, кстати, тоже рассказывали, говорят, блин, у нас не получилось сделать вообще чистый сезон, но зато по победам они до сих пор идут с абсолютным результатом. Еще ни одного матча в итоге они не проиграли. Смотри, у нас Пампа в опасности, Бимейч уходит, красный Джух, и сейчас там на Флютер может его подцепить, Флютер вроде бы отошел, но не хватило немножко. Посмотри, там ведь Ганнер продолжает отстреливать очень неплохо, держит на расстоянии, Флютер пексит и уходит сразу же. Смотри, все красные, минус есть, минус. И ульта пошла, посмотри, раз, два, три, четыре, как он напопадал по Мамуцу-то. Ну, тут уже он, конечно, один ничего не сделает, но тем не менее был буквально в шаге от фрага. Слушай, мне очень нравится сегодня Бело. Я вчера еще в конце вечера говорил, что другой день, другая игра. Может быть, шведы просто не климатизировались и вот не могли вчера играть, потому что их вчера уже обыграли почти все. Парни с чудом выиграли 2 матча из 5 и чудом прошли в плей-офф. То есть, ну, повезло немного шведской команде с одним финским игроком. Но, в общем-то, возможно, в таких вот жестких играх, как европейцы против европейцев, это уже наиграно там очень много раз было на европейских серверах. Возможно, сейчас они и поборются, кто их знает. По крайней мере, хорошо знакомы соперники друг с другом. Так, ну сейчас смотрим. По-прежнему очень осторожно играют обе команды. Вот только Мифы, не знаю, за счет авторитета, что ли, заняли центр и немножечко оттеснили противника ближе к своему респауну. Ну, здесь Газхак, он пытается играть агрессивно все время. Хотя, в принципе, довольно интересные пики у одной и второй команды. Здесь есть и рейндж герой, и два харба, и вот два разных хила, Алхимик и Пампа. Не, ну стрелок, вот Йоха, он достаточно неплохо нарезает, и подойти к нему, вот подталкивает его сейчас, сразу же делает руки джамп оттуда. Понимает, что лучше ему там не находиться как можно. Просто Мамутс, если он попадет под обстрел Мамутса, мало не покажется. Да, ну вот здесь смотри, посмотри, сейчас будем смотреть за финами, они сейчас будут, наверное, готовить какую-нибудь атаку. Я тоже тут, кстати, на самом деле есть фишки, которые можно спалить, но типа, знаешь, ультимейт и тому подобное. Ну да, 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 да. Ну, я думаю, ребята и так понимают, что ультимейты рано или поздно у всех собираются, так что особо это тайной ни для кого не будет. Три ульты еще ни разу не спалили, поэтому не говорим про это. Ну что, атакует Газхаг. Посмотрите, Интерион битый, не хилит себя, ставит болото. В этом болоте Флютер в ульте дерется с Газхагом, отходит назад. Джуха щемит Мамуцу. Посмотри, что происходит.
Но там неплохо, смотри, Мамут спинает, он одного только заморозил, сразу же пытается ретироваться, но его в спину нарезают, ах, и уходит в пузыре. Смотри, какой вот, как играет классный Трион. Он просто дрался один на один сейчас с Флютером, и Харп ему не смог ничего сделать и убежал помогать своих, спасать Мамуса из этой драки. Какой долгий бой, 20 секунд до конца, и, в принципе, наверное, будет сезон ДС. Ну как до конца, до самого веселого, скажем так. Да. Потому что там действительно начинается самая интересная стадия игры, когда это божья кара, и погнали, погнали. Так, ну что, Мамуц. Мамуц сейчас просто на грани вымирания находится. Хотя Интерион тоже сейчас может очень сильно встрять. Флаттерпекси сразу же на него прыгает. Посмотри, как в спину нарезает под ультом. Смотри, бимэдж красный сверху. Sudden Death начинается, минус Мамуц. Да, делают минус финны, и два красных остается у игроков. Но там очень быстро рассыпался БМХ, и вот Флаттерпекси последний остался у нас. Понятное дело, что он ничего не сможет сотворить неожиданного. Знаешь, я могу сказать одно. Я хочу отметить в этом матче, вот в последнем раунде, Энтерион. Ну вот статистика тоже отмечает. 13 тысяч хила и эффективность 120. Все было же. 13 тысяч хила. Он бегал красный где-то целую минуту от Харба, от Флютера, от этого шамана, но тот его не мог никак убить. И за счет этого парни 2 на 2 выиграли драку справа, забили Мамуца и, в принципе, потом дело техники довести этот раунд до конца. Да, напомню, что у нас best of 5 по картам, и внутри каждой карты также BO5. То есть, ну, вообще сумасшедший формат финала, очень много матчей, и вчера вот были игры. Вот первая игра вчерашнего дня, по-моему, был матч длиннее, чем матч в Доте. Там полтора часа шла игра, то есть, ну... Не, ну я слышал эти крики, там действительно была эпичная битва. Там только последний раунд я слышал. Ну, когда команды играют 4-5, 5-4, 5-4, ну, это конечно, стоит не у каждого посмотреть. Нервы выдержат такое. Ну так. Что, ничего не меняется, да, финны атакуют, Билов зад дефенса пытаются играть. Да, да, посмотри, там уже сейчас готовы вроде бы ребята врываться в драку, но сейчас посмотрим, тут меня интересует Интерион, как он там будет ставить болото. Ну, отультует Харп синей команды, подрался с Ганнером, Ганнер просто тп-аут. Там Интерион получил только что по щам, неприятно. Ну смотри, Интерион сейчас старается держать все-таки за спиной Гасхага, и тот очень четко его прикрывает от стрел Мамуца, хотя Мамуц особо и не стесняется нарезать. Смотри, на секунду Харба. Вроде бы Бело заняли центр, но снова мифы их отгоняют. Интерион немножечко отхилился, и смотри, Мамуц. Нет, не попал. За его ультимейтами тоже нужно следить, он часто попадает, очень хорошо. Да, там уже и БМХ скоро будет готов. Ну, сейчас посмотрим. Ой, все, пошла драка, Мамуц поливает Близзардом, болото от Алхимика. Нет, да, в болоте никого не оказалось, к сожалению. Как-то пассивно играют, обе команды разбежались. Ультанула Пампа, тоже выхилила своих, и никто не стал драться. Смотри, как поливает Интриона, сейчас Мамуц. Да, ну сейчас Мамуц, смотри, неплохо просел. Сейчас можно его попытаться подловить на том моменте, когда у него не будет эскипа, и все-таки отталкивает Флаттерпекси. Посмотри, какой... Ой-ой-ой, как много хп. Как и попадает Интерион. Вообще четко все было сделано. Теперь 3... 3 в 1 уже остаются, да, там слишком быстро умер второй. Он очень хорошо вошли мифы. Вообще, Флютер буквально секунд 10 пытался там выживать с лоу хп. Его нашли потом, как он вышел из трансов. Ну и в это время разобрали Пампу. Ну, что-то не идет игра у BMH, я смотрю. Вот 87.2. Вряд ли будет, конечно, менять хил, но... Непонятно. Не знаю, возможно, они что-то поменяют на второй карте. Возможно, поменяют пики. Хотя эти ребята не из тех, которые будут, скорее всего, к таким мерам прибегать. Ну, опять же, могу сказать, что действительно прогнозы на эти полуфиналы, они, если честно, немножечко мрачноваты. Вот нам все знатоки Bloodline обещают жесткий разрыв от мифов и от команды мистера Дандиктори. Да, и я так понимаю, сулят, точнее, нам финал точно такой же, как матч мы видели вчера. Опять да, как самый первый матч. Я еще в первом матче сказал, что мы, скорее всего, в финале это же самое и увидим противостояние. Ну что, мифы снова в центре, и опять же, вот с рутежным, мне очень нравится Джуха, он очень четко дэмэдж наносит, вот если за ним посмотреть, вот сейчас его, правда, подтянул Флютер, посмотри, не может уйти Ганнер. Не, ну Ганнер тут рано или поздно вот, ай-яй-яй, посмотри, все-таки успевает упрыгнуть, там под него уже такая арт-атака готовилась, как он маневрирует просто между скиллами противника. Ну да, там уже все касты летели, все, занимают центр Билу, отходят мифы, понятное дело, Интерион сейчас чисто Джуха хилит, а Гасхак, посмотри, сверху дерется со Флютером и довольно успешно. Мамуц полуживой, есть ульту Джуха. Ну, Мамуц там старается держать все-таки дистанцию, а на Мамуца пока что внимания не обращают. Он достаточно свободно и привольно себя чувствует, спокойно отстреливает, наносит там стабильные свои 150, там 200 урона и уже вносит, конечно, вклад. Тут очень жестко подтягивал Ганнера, все, выходит снова Джуха из драки, уходит Гасхак, центр за Бейло, там же Рыджу они подберут, ну и вот сейчас... Ах, там от Йоха неудачный алтимейт был только что, ну и вот сейчас... В Интериона, смотри, ульт залетел от Мамуца, есть удар, но Интерион спокойно выживает, Джуха битый.
Гасхаг дерется с тремя сейчас в данный момент. И он насел на пампу. Хил синей команды в опасности. Здесь, смотри, Флютера в болоте топят. ТП-аут от Флютера. Он врывается в Интерион. Да, минус. Это минус Ганнер команды красных. И остаются уже в меньшинстве. Интерион тоже лоу хп. Пытается убежать. Ну как его нарезает вообще Флютера? Смотри, Джуха сверху умирает. Флютер великолепно играет. И как сыграли раунд Било. Просто молодцы. Ну, они очень четко просто растянули врага и разбили буквально на две драки эту одну общую. Как танцует Ахар, посмотри. Хорош. Ну, я бы сказал, что в последнем раунде вот слишком много дэмэджа получил Джух, и потом весь раунд его пытались просто выхилить и не могли выйти просто за счет этого. Боялись потерять Ганнера. Весь раунд мифы. Ну вот, пока что все прогнозы отметаются в сторону. 2-2, абсолютно равная игра между Razer Meanwhile in Finland и BLO. Эта аббревиатура не расшифровывается, так сами игроки сказали. Так сами игроки говорят, я понял. Ну, я, знаешь, там чувствую вот по первым двух буквам название игры, там Bloodline. А вот О, это не знаю, онлайнерс там. Не знаю, ну что-то такое. Или еще каких-то гадостей можно придумать. Ну, можно много гадостей придумать на букву О, я думаю. Мы над этим не будем заморачиваться особо. Так, ну счет, да, как ты уже правильно отметил, идет равный. И действительно, BLO на протяжении последних двух раундов все-таки стиснули кулаки, сжали, что там можно у них сжать еще. И пошли в атаку. Смотри, как сейчас Мамуца нападает жестко, точнее, Гаскак на Мамуца. Здесь Флютера просто избил Джуха, выхиливает его пампа, и мифы прижали к Рыспу сейчас в команду Белу, но те стоят в дефенсе. Ну, сейчас неплохо вроде бы накидывается на Флютера, но Флютер там был зажат за колонной очень плотно, и Джуха не мог по нему попадать за счет этой текстурки. Ой, сверху пытались поймать Мамуца в ульте, не получилось, Флютера все равно забуцали, отпинали, его отделили на экран от хила, он пытается подойти ближе к своему хиллеру, но хиллера тоже бьет. Посмотри минус. На хилсбары просто сверху, как они вообще. Какая была колоссальная разница по хп вот в конце, буквально за последние 20 секунд, там действительно просто... Полное было доминирование со стороны команды Миф. Да, великолепно играют Миф и Джуха. Лучший был, 120 эффективность, 7000 дэмэджа почти, да. Лучший контроль, лучший набор энергии. Ну, в общем, этот Ганнер тоже непростой. Best of the best. Абсолютно. Кстати, вчера вот была очень интересная игра против одного из русских коллективов. Кажется, Push It to the Limit. Я вроде бы смотрел эту встречу или не успел. В общем, там тоже был этот Ганнер, Джуха. И там был такой потрясающий момент, когда мифы остались в меньшинстве, когда было три игрока команды противника. И он просто по одному выстрелу в двух людей. Причем один находился спереди, а другой сзади. И так клац-клац, и просто два фрага моментально. Не, ну здесь вообще в финале у нас мастера арены настоящие, мастера PvP играют. Это вот, в принципе, игра... Ну, вот кто не понимает, это все равно, что вот замес в доте идет, а вот он все время здесь и идет. Да, нон-стоп замес. Вот мы общались тоже с дотерами профессиональными, они тоже сказали, что вот просто убрали эту составляющую там фарма, кача и так далее, и сделали вот сугубо драку нон-стоп. Да, Гаскак, посмотри, получил в атаке, его пытается выхилить Интерион, на того наседает сверху Флютер, не может он лечить Гаскага, по-моему, сейчас Било возьмут раунд, сверху хил в опасности вообще и все, Било выходит из РСПА, начинает выходить из этой защиты. Ну вот Флютер там все равно получал очень многое, нужно, наверное, отступить, да, вот он тоже это понимает. Ну, по общим классам небольшое было преимущество у команды BLO, но теперь они его растеряли полностью. Да, и посмотри, уходит там сейчас Интерион, четко очень занял мидл, скорее всего будут составлять Джуха Рейдж, да, который нет, скоро сейчас, совсем появится. Сейчас нет, наверное, будет заниматься драка, все-таки уходит Джуха, не влазит замес, Интерион забирает энергию, Гаскак тоже отходит чуть назад. Мы получили преимущество по хилсам, небольшое мифы, и, наверное, сейчас... Буду дорабатывать этот момент. Вот есть ульта. Бесполезно. А, все равно в нее никто практически не попадает. Гаскак там режет. Просто Флютер Пэкси уходит. Прячется опять же за колонной. Посмотри, какой Интерион вообще коцанный. Да. Он не знает. Он себя не лечит. Лечит парней, а сам на ваншотный. Поэтому ему тоже нужно быть аккуратным. Джуха сняли. Затянул его харп. И все четко. Да, тут сейчас счет станет у нас 3-3. И кажется, Биело не намерен сдаваться просто так. Даже против столь именитого соперника. Да, все, Гаскак, в принципе, может уже не бегать здесь. Вот есть такой амулет тролля, белый флаг называется. Он поднимает белый флаг и сдается. А, и бегает, типа, такой. Ну, и не бегают, все, он сдается, его не убивают. А, вот. Прикольно. Мало кто юзает, но вообще тут были, на самом деле, с ним некие баги. То есть, если он достает флаг, и в эту секунду в него влетает каст, то чувак, который кидает каст, потом раньше два раунда вообще не бил никого. Хороший белый флаг. Ну, как только это заметили, да, уже сразу же моментально сделали патч, и, в принципе, уже спокойно можно юзать белый флаг. Но я думаю, белый флаг — это не то, что нужно настоящему хардкорному игроку. Просто драться до последнего. Ну да, даже один в три там с одним холсом все равно дерутся. Ну правильно, пошел в атаку. Чипку из гранаты выдернул и побежал на врага. Здесь, кстати, стоит отметить, что на самом-то деле здесь очень сложная карта. Она очень маленькая, и здесь просто каждому игроку нужно пыхтеть на максимум. Малейшая ошибка, и сразу тебя
за это накажут. Вот эта специфика этой карты, она действительно очень маленькая. Здесь там одна хатка, вот эти хатки, вот, за которые можно прятаться. И, в принципе, больше никаких других помех на арене нету. Поэтому, по основному, идет постоянный бой, и особо здесь не убежишь далековато. Нет, ну мы видим, что вот эту нижнюю правую хатку используют в качестве прикрытия уже на протяжении там 5 или 6 раунда, потому что за ней в основном проходят всевозможные маневры, но сейчас уже переключились на верхнюю. Ну да, все столбы и преграды — это вот проблема для рейнджевиков и для всяких ультимейтов, там, убийц и, ну... Ну и для того же вот Джуха, например, который не может нормально себя толком чувствовать. Мамуц в опасности, смотри, как на него наседают. Сейчас Джуха, наверное, будет минусовать. Уйдет Мамуц или нет? Вот смотрим, у него сейчас 240 ХЛСов. Ушел, подхилили. Да, ушел и начинает сейчас активно подхиливать БМХ. Но вот сейчас смотрим, Флютер там еще, кстати, начинает неплохо вроде подрезать. Но Джуха очень вовремя уходит, там еще переключается на Флютера, начинает его прессовать, тут уходит. Да, и за это эскейп и скрывается с поля битвы. Я думаю, сейчас Мамуцев окоснут, все-таки он доиграется. Его не хилит сейчас Пампа, Джуха красный, сейчас только вот... Он сейчас Мамуц получил уже первую плюху. Я тебе говорю, сейчас по КД просто ворвутся в Мамуца. Сейчас все перезагрузится и можно будет врываться. Но пока побаиваются Харба, синие команды, дерутся с Флютером. Мамуца никто не трогает. Вот сейчас начинает его бить. Он уходит и должен быть ультимейт от Джуха. Промахнулся вот этим мощным выстрелом. И Мамуц оказался в безопасности. Хотя, посмотри, там Джуха сейчас тоже наполучал очень неприятно. Его подтянули, он ушел. Как повезло. Да, вот сейчас уже есть очень приятная тема. У него начинают расстреливать по флаттерпэксе. Пай, как не очень приятно попадает. У Мамуц уходит опять. Сколько же там он будет жить? Божья кара начинается. Ну, смотри, здесь пытались сыграть комбо ультой мифы, но все равно не сработали. Но в любом случае по хилсам у них почти в два раза больше. Почти в два раза больше. Флютер дерется с Центурионом, но с Центурионом лучше не драться в дуэльке. Просто... Там такое противостояние. Посмотри, как этот Джуха просто... Просто так лавирует от этих ударов. Флютер красный, у Флютера было меньше 300 хилсов. Сейчас минус, кто? Джуха, добивают его. Да, и смотри, БМХ сразу же тоже погибает, там уже божья кара, не будем забывать, круг сужается. Но тут остается один Флютер Пекси против Гасхага Интериона. И, да. Он просто вышел за край, да. Сдался. Ни себе, ни врагу просто, да. Не дал лишний фраг. Ну, кого отметим? Джуха долго убегал там, да, красным? Да, нам все убегали долго и красным. Там Мамуц тоже бегал буквально на один выстрел. На протяжении секунд 15-20 точно бегал по всей карте, точно так же, как и его оппонент. Знаешь, я еще могу сказать, что вот сколько я вот не смотрел за эти два дня Bloodline, вот, ну и за прошедший сезон, вот обычно, когда кто-то дерется один на один с алхимиком, это приводит к какому-то к потере, потому что много всяких различных эскейпов у алхимика, есть станы и... В принципе, я думаю, для алхимика не проблема драться там с кем-то один на один и просто затягивать время, пока два твоих тиммейта там урабатывают ну, да, соперников. Потому что Ганнер и вот, собственно, тот шаман, они достаточно неплохие дэмэдж-дилеры. Они буквально за пару секунд могут неплохо распечатать любого из присутствующих здесь. Что, матчпоинт на первую карту Razer Myth, и они снова пушат в респе БЛО. Ну, те, в принципе, довольно неплохо играют от защиты. Не, ну, Мифы понимают, что они, возможно, сильнее, что у них, как бы, абсолютные... Ну, по статистика по победам и так далее, что они могут прессовать, да. Авторитетом давить, скажем так. Но по результатам вчерашнего дня можно сказать, что да, действительно, мифы сильнее, но вот сегодня БЛО уже очень неплохо, по крайней мере, на первой карте играют. Гасхак в атаке, наседает на BMH, там, скорее всего, будет сейчас ультовать Пампа, чтобы выхилить себя и тиммейтов по-быстрому. Ульта от Интериона, в ней стоит Гасхак, ну, в общем, не знаю, чтобы разделить. Оп, затянули, посмотри, Пампу в ульт ушла. Да, еле-еле вообще свалил оттуда. Но вот сейчас смотрим внимательно Гасхак. Он там как раз в самом центре находится. Под ультом начинает подрезать. Один, второй удар-то по спине. 250 я выделил у кого-то. А вылетело. В это время просто наваливают бимейчу, стан, тычки. И он не хилил своих все это время. Поэтому Флютер такой красный. И посмотри, здесь уже разделили БЛО. И они... Нет, в принципе нет, не разделили. А там Мамуц, кстати, еще заслипали. Пробивает его на 230. Но в это же время залетает очередной хил от... синей команды. Вот Гасхак сделал лунную походку, немножечко себя отличил. Ну, наверное, он будет пытался потянуть Мамуца, не получилось. Но все равно будет лучника, скорее всего, будет именно сюда влетать. Так, там Джуха вообще Нет. очень неплохо увернулся от атаки Мамуца. Отошли к центру мифы. Отошли к центру. Видимо, будут за счет хилсов общих просто доигрывать с ДНДС 5 секунд до конца. Вот, до смотри, как накинулись на Флютер Пэкси. Бедолага, еле живой. Хотя тоже не пальцем деланный, решил сразу же пойти отомстить Джуха. А, ну вот видишь, какими комбами пытаются работать мифы. Ставит Интерион болото, и сразу же вот Харп пытается в это болото затянуть, но не получается. Ну, типа крюк у него, типа. Да, рука такая летит. Да. Ну, посмотри, уже по ХП практически выровнялись-то обе команды. И вот Божья кара сейчас может решить... Флютер умрет или нет, выживает. Все живы пока что. Красная вся команда БЛО, чуть больше нет. В 2, в 3, в 4 раза больше хилсов у мифов. Теперь уже да.
И посмотри, круг сужается, вынуждает подходить ближе к центру. А ближе к центру там три с пол хп просто пацана красных. И Мамут, посмотри, как они вообще мансуют в этом центре. Это просто ужас. Гаскага выталкивает потихонечку. Какая да тусовка ладно? Здесь на этом пятачке выталкивают. Что же это происходит, о мой бог? Кто выживет? Все, выживают все-таки мифы за счет килсов. Это просто, ты посмотри, круг просто полностью покрыл арену. Одна голова Гаскага осталась, и где-то Джуха еще выжил. Ну, Интерион и Гаскаг лучше по статистике, хорошая эффективность. Ну, хороший раунд. Первая карта сыграна, друзья. Ну, тут все преимущество было сделано именно вот в начале, когда побили хорошо, там отстоялись, отошли назад, не стали врываться до конца, дождались от НДЗа, ну и уже... Там просто последние это 2 секунды, это такое месиво, все скиллы там, ауешные, все вот этот маленький пятачок, это было настолько шедеврально, это просто ужас. Ну что ж, посмотрим, ну вроде бы готова команда продолжать дальше, потому что у нас вот вчера, допустим, после 3 карт мы взяли перерыв, потому что вот 5-4, 4-5, 4-5, да, все вышли, фух, мы не можем играть БУ-5, потому что сказали, ребята, давайте немножечко отдохнем, так и сделаем. Не, ну все правильно, нельзя команды перегружать, мы тоже должны их понимать, конечно, на полную выкладываться на протяжении такого количества времени. Спрашивают, где Гаскаг сидит? Сейчас, друзья, покажу вам. Включите камеру, я вам покажу. Вот. Это у нас команда БИЛО. Мамут по центру находится, вот, если я не ошибаюсь, дальний у нас Флютер, а ближний BMH. Ну, сейчас точно вам скажу, как только начнется игра. А вот по центру у нас здесь Энтрион, вот дальний Джуха и ближний, и это тот самый ужасный Гаскаг вот в белых. Стилсерия наушничек. Ужаснейший просто. Да. Они, кстати, я заметил, вот зарубежные игроки, они все-таки все время на позитиве такие. Все такие добрые, да, добрые ребята. На плюс морали. А в игре полмира вообще кошмарит, и все боятся только Ника вообще и появления на арене. Ну что ж, почти готовы команды, готовы БИЛО. Смотрим готовность от команды Meanwhile in Finland. Ну и сейчас пойдет пик вот. Все-таки я ожидаю каких-то интересных пиков, хотя вот мы уже привыкли, наверное, за эти дни и уже смирились с тем, что пока что изменений на чемпионате не будет, и мы часто будем смотреть вот такие связки. Bloodless компания, они любили порой взять там Берсерка. Не, ну Going Bunkers, тебе нормально. Вчера вообще было очень жестко. Вчера было 2 ингибитора и Хромовник на последней карте, Push the Limit. Это вообще хардмод просто. Ну, таких 2 хранителя рун без хила. Там нормально, лучи смерти просто. Так, кто недавно подключился на стрим, кто недавно пришел в арену, друзья, второй день StarLadder, финалов StarLadder первого сезона. Сегодня у нас довольно насыщенный день на сцене, будет 4 матча по Bloodline, матч по Point Blank и 2 вечерних матча в номинации Dota 2 с Каспером и Вилатом. Это будет М5 Darrer и CLG против команды Natus Vincere, как же я мог забыть вообще? Вообще, что? В обители Na'Vi находимся, да? Действительно. Так, ну это по героям пока такие. Без изменений. Джуха, Ганнер, Интрион, Алхимик, да, остаются на своих. Не, ну просто парни нормально вообще отыгрывают этими связками. И действительно, тут просто зависит от случая, может так стоит назвать это. Хотя в BLC игра такая, что там случай практически исключен. Да, ГЛХ в Бэтмен, вот это отличное пожелание. Все, и сейчас начинаем смотреть уже за игрой. Такой титул уже появился на русском сервере. Кто-кто? Вот этот титул уже появился. А, ХФБ, да, это же, кстати, уже с этим титулом и играет, кстати, Интерион. Это уже легендарная фраза. Итак, начало второй карты, друзья, посмотрим. Тут пошире, тут немножечко другая архитектура карты. И тут побольше всяких у нас... Да, текстур тут действительно побольше, всяких заборчиков, за которыми можно уклоняться, ступеньки, это перепады с хайграунда на лоуграунд. Ну, самое, знаешь, вот я тоже вот про хайграунд говорил, вот не работает БИЛО, здесь нет такого правила, как в Bloodline, точнее, как хайграунд. А было бы неплохо, в принципе, если бы немножечко проапгрейдили. Ну, там какой-то может быть шанс мисса или шанс там какого-то криволетящего скилла выплашь. Ну, да. Если бы, конечно, еще был параметр армора, может быть, было тоже весело. А может быть, как раз вот и... Прикол в том, что нету параметра. Посмотри, там просто только что Йоха полностью практически ультра зарядил в BMH. А тут как-то вообще придавили сейчас БИЛО, и все красные преимущества раз в 5 больше 6 хилсов сейчас у мифов, и они просто должны додушить сейчас. Ну, они сейчас могут просто потерпеть в наглую, даже вот так стабильно там Гаскаг и Йоха будут стабильно настреливать просто, не выпускать из угла, сами насобирают рейджа и пойдут потом в атаку. Самая главная фишка игры, что вот даже вот при таких хилсах можно проиграть раунд, и поэтому вот настолько аккуратно играют мифы, никто не врывается там как
рукопашный бой. Смотри, вот, например, Гасак только что влетел и практически сразу же умер. Да, да, я же про это и говорю. Он еле убежал теперь на центр. Попробовал парень войти, хотя уже все. В принципе, уже, конечно, все. Спокойный раунд для команды Meanwhile in Finland. Да, тем временем в Финляндии. Мне нравится вот посох с этой с книжкой на конце. Так берешь просто знание силой. На! Да. Старец. Я уже обращал на это внимание, мне тоже. Так, ну что, заходят. Очень быстро команды сразу же подходят к центру. Вот смотрим сейчас Биело. Они действительно решили поиграть немножечко агрессивнее, чем было до этого. Я думаю, что все-таки я вчера весь день там ждал, когда же Биело сменят героя. Я думаю, что вот в этом матче в полуфинале, вот если они сейчас проиграют карту, они точно поменяют, скорее всего, вот. Опять же скажу, скорее всего, должны менять Мамуцу там на ингибитора. То есть вообще на слона. Слишком сурово. Будет очень суровый билд. У них так что-то будет получаться, потому что, вот честно могу сказать, сейчас Джуха очень жестоко убирает Мамуца. Флютер по жизни. Биело пытается занять центр, не получается. И вот, в принципе, центр вроде бы такая вещь не очень важная, но вот идет плюс 30 рейджи, треть ульты. Ну, оно действительно очень сильно вносит, ну, некий дисбаланс, скажем так, и драться за него имеет смысл. Да. Ну, я просто неоднократно наблюдал, как Рейдж просто изменял ход битвы. Потому что у кого-то появлялся быстрее ульт банально, и все, и там сразу же... Биело просто пытается силить. Ладно, смотрим замес. Здесь ульта от Энтериона. Нет, Гаскак уходит. Болото без толку пока что было поставлено. А здесь пытаются втроем отбуцать Гаскака. Посмотри, там какой артобстрел от Джоха просто только что был. Флютер он немножко подкоцал. Также подкоцал маленькая Мамуца. Но Мамуц тут вынужден наступать. Он видит, что сейчас... И посмотри, не отпускает просто по всем фронтам. Ой-ой-ой, в Джуха как залетел от Мамуца. Ну там сразу отхилили, а Мамуц тоже отхилился, кстати, довольно неплохо. Да, там неплохо справляются хилы-то. И вот смотри, вот вроде бы пушат, а хилсы-то общие-то одинаковые. Вот. Ой-ой-ой, пошла драка, ультует BMA, сейчас Флютер отойдет назад, да, ему больно, здесь в ульте Гаскак находится, его там тяжело отбуцать. Все, минус Мамут снизу. Джуха сделал свое дело с Энтерионом, надо спасать Гаскага, все, вытащили. Да, тут уже, я думаю, не по шансам будет. Не по шансам. Там как раз пока один из игроков спал второго. Просто плотно принимали. Предлагаю ввести правило в Bloodline, после которого намного интереснее смотреть матчи. Нельзя играть там две карты подряд на одном и том же герое. Представляешь? Это был бы вот это. Я уже вчера про Доту предлагал, там, например, устанавливать лимит времени там 40 минут и за каждые там 5 минут, там, когда быстрее будут играть, там призовой увеличивать, например. Ну, может команды тоже будут веселее играть, я уверен. Да, вчера были великолепные матчи у нас. По-моему, во всех номинациях. Ну что ж, смотрим. Пока вот все идет действительно по прогнозам скептиков. И в этих полуфиналах пока вроде бы борьбы пока что нет. Миф и стратежно отстреливает Биело. И если сейчас... Ну, просто может быть интересная третья карта, если будет смена героев. Потому что уже немножечко эти пики нам за 2 дня немного надоели. Насмотрелись мы вчера. Игроки наигрались. Такой буткемп у бладлайнеров. Да, причем весьма такой продуктивный, стоит отметить, потому что, видно, с каждым днем матч все напряженнее и напряженнее. Пошел. Смотри, Гаскак там какой зажат, просто казалось, узко проходит. Ой-ой-ой. Ушел. Тэп-аут. Как он оттуда ушел? 148 хилсов, убегает свой респаун. Куда он убегал? Вообще на респаун скрылся. Он хилится на F1 будет, да, он сейчас, потому что полностью красная вот была жизнь. Это просто такой эпик. А посмотри, как классно справляются Интерион и Джоха-то с противниками. Вот видишь, Биело вроде бы правильно все сделали, побежали сразу же пушить мифов, а на самом-то деле Гаскак уже отхилился, но правда тиммейты наполучались. Правда, Интерион этот бессмертный воин. Вот сейчас могут ошибиться Биело за то, что они так резко вышли. А вот Интерион-то бессмертный воин сейчас в пузыре как раз. Ему могли в углу закрыть. Мамуц его нарезает. Раз, два, три, буквально выстрела. До сих пор. А вот Интерион сейчас может умереть. И посмотри, еще один удар ему буквально не хватает. Неужели щит он убьет? Есть щит. Вот это да! И минус Флутер Пекси. Жестко играют сейчас мифы в защите. Отличные действия. Видишь, насколько грамотно сыграл Гаскак. И он вообще не чухал ногу, ничего не делал. Он сразу побежал хилиться в свой респаун. Биело это, возможно, секунду не поняли, что происходит. Побежали за ними, но уже было поздно. А Гаскак же... сразу явно было видно, что он в курсе, что ему надо. Сразу же действительно так на педали надавил, что догнать его было очень сложно. Да, и Интерион уже лучше по статистике был своей командой. Вот, опять же, не просто так. Они сдрались с Жуха против троих, пока Гаскак хилился, и опять же он выжил. Молодец, Интерион. Как заюзан был щит, да, на лоу хп. Там просто вот как раз в момент нанесения удара был просто прокликан этот щит, и действительно очень классно получилось.
Но на второй карте мифы посерьезнее выглядят. Здесь больше пространства, и, по-моему, это им только на руку. И опять же, Било не меняя стратегию, играют от защиты. Но не очень хорошо это получается. Не, ну все равно видно, что мифы действительно пока что немножко сильнее своих оппонентов. Ну, и посмотрим. Прессингуют. А так они себе могут позволить прессинг. Мы видим, что вот команда играет очень агрессивно. Они не стесняются идти в атаку, они знают свой уровень возможностей. Вот опять Гасак в респаун соперников зашел, елкой наваливают. Ну тут два харба, тут соло, миррор просто идет, драка постоянная. Но Гасхак это очень серьезный харб. Да и флютер вроде ничего так. Ой-ой-ой. Они там оба неплохо нарезают. О, как подтянули флютера, сейчас будут забуцкивать. Нет, сразу уже убегает. А в это время фокус по Гасхагу был, отошел Гасхак, Рейджа. У кого это? Интрион? Интрион забрал. Так, ну и вот сейчас смотрим по состоянию ярости, действительно, я парню очень. Могу сказать, что сейчас будет три ульты. Нет, Гасхак сразу юзает ульт, ему нужно было отхилиться. И все, пошел он драку под ультом. А вот что Интерион с Жухой будет делать? Нет, Жуха. Там неплохо пробил только что хила. Посмотри, хила могут сейчас зажать. Болоте нет, успевает укрыться. Опять в этом узком проходе начинается просто нереальное месиво. Как много вообще скиллов залетает. А там стрел от Мамуца и... Гасхак или живой, флютер тоже. Ушел флютер, все-таки ушел Било. Ой-ой-ой, Беймейч и Мамуц ушел. Да как же так вообще, как их не добуцали. Гасхак сейчас может умереть. Нет? Не, Гасхак уже отхилился нормально. У него там уже по здоровью около 800. Смотри, подтянул Джуха флютер. Нет, Джуха уходит. У него еще есть прыжок. Вот он его юзает. Легко, легко сразу же отбежал. Ну и, в общем-то, пока равный бой, все равно по хилсам. И 5 секунд с Дендеза. Сейчас начнется, по-моему, еще одна долгая драка. Так, куда ушел Гасхак? Ульта Мамуцу, болото. Ну, там был момент, когда в болоте предыдущие могли потопить Беймейча, но Беймейч четко ушел. Все, начинается с Дендеза, друзья. Границы арены сужаются, и вот там, где темно, там больно. Я сейчас чувствую еще один армагеддец в центре карты. Ну, здесь Гасхага очень мало хилсов, ему бы на F1 откилиться. Нет, он пошел в драку, да лоу хп, ворвается в Мамуц и минус сделали. Вот это да. Как так просто? Да, тут, возможно, они просто поймали противника так, фактор неожиданности сыграл свое, потому что вероятнее всего БЛО предполагали, что там мифы сейчас соберутся и на решающую драку там начнут. Ну да, откилят Гасхага, а этот пацан просто с одним хилсом врывается на двоих и разбирает. И разбирает. Сумасшедший матч. 4-0 на второй карте. Как-то ведут. Как-то все без шансов. Ну, нельзя сказать, что раунды такие вообще уж салатные. Тем не менее, мифы сильнее. Ну, стоит сказать русскому комьюнити, друзья, не забывайте, 3 мая у нас глобальный будет апдейт. Будет жестокий нерфинг таких вот персонажей, как Ингибитор и многие другие. Вот, немножечко улучшит головореза. Но, опять же, на сайте Фогейма на форуме вы все можете прочитать. 3 мая появится новая каста Дриада, новый хил. Ну, в принципе, ждем этого. Ну, игра поменяется, я думаю, поменяются пики, абсолютно все поменяется, абсолютно все будем заново смотреть. Это будет изучать. Приятно посмотреть на что-то новенькое. Да, да. Но вообще правило, вот я тебе говорю, не играть две карты подряд на одном и том же герое, оно бы просто вот добавило бы нам интересы и юзали бы абсолютно всех персов. Так правильно, и было бы намного больше интересных связок, использованных игроками. Да, да, так, так. Ну, опять же, у нас в последнем раунде второй карты, возможно, последний, мифы, опять же, продолжают пушить Било в респе, и те продолжают играть от защиты и особо агрессивно как-то не хотят действовать против финнов. Вот уже в ульте Беймейч летает сюда Гасхак, Мамуцу поливает. Ой-ой-ой, Мамуцу как жутко. Ну, смотри, там такой просто атака просто идет, честно, Беймейч была буквально последним всплышами его доставала. Флютер тут... Флютер выходит из раки, типа, а, вот Джуха, до свидания, говорит. Я ухожу отсюда. Наберете. Да-да-да, флютер в ульте, посмотри, хорошо отхейлился, побил Гасхага. И вот теперь Било выходит из респа, подтянули Джуха, там сразу же опять до свидания, Ганнер говорит. Все так правильно. Там команда мне сейчас в курсе, что им могут навешать, они, видишь, так тактично отступают, но они всегда готовы сделать контрвыпад. И вот сейчас Мамуцы могут действительно очень неплохо присануть, хотя нет, Джуха отходит, Джуха тоже там... А Гасхаг дерется удара. С тремя сейчас, и его просто уничтожают. Да-да-да. Ой, есть труп. Первый труп у нас на карте. Это, скорее всего, первый раунд второй карте уже для команды BLO. Там буквально на секунду Интрион отошел чуть подальше, точнее, его отделили от Гасхага, и того просто отбуцали фокусом троих. Ну, тут уж Харп сам виноват. Решил помочь своим тиммейтам, чтобы те отхилились, отвлекал на себя внимание, да так отвлек, что и сам уйти не смог. Да, бывает такое. Ну, тем не менее, еще остается целых 4 раунда у команды МИФ. Для того, чтобы поддержать победу еще и на второй карте, у нас B5, так ведь? Да, да, да. То есть еще минимум одну карту мы с вами увидим, друзья. Смотри, они сдаются вдвоем, на самом-то деле Интерион с Джуха еще дерутся. Уже с ДНДС они еще живы, 2 в 3 и... Ну, уже 2 красных. Уже, правда, тут, наверное, ловить нечего. Нужно сдаваться, сейчас уже будут минусы.
Где там белый флаг? Да нету белого флага. Посмотри, Джуха забирает Рейджу и сейчас будет лютовать просто. Нет. Сейчас будет умирать. Хорош. Хорош Бейло. Ну, наконец. Вот если пораньше бы они взяли этот раунд, а так просто 5 подряд. Как их взять, я не знаю. Не, ну, бывали не такие камбэки, хотя не против мифов, скажем так. Ну да, это камбэк против мифов, это сразу же отдаем первое место, все. А можно было сразу вручить им там почетный кубок. Камбэка. Камбэк. Все, поехали. Так, что у нас там у Джоха-то? Вот, что-то в инвизе зашел в центр, тут настреливал парней, и сейчас вот хорошо ушел. Он понял, что за ним сейчас могут выехать. Ну, читают игроки друг друга частенько, довольно-таки предсказывают направление кастов, и вот в этом и фишка, конечно, игры. Если здесь просто клацаешь в героя, здесь не летит, здесь как на самом-то деле смесь немножечко не просто там какой-то там, знаешь, там обычной РПГшки. Здесь еще смесь с КСом, я бы сказал даже. Здесь бьет прицел. Вот куда ты навел прицел, он туда и будет стрелять. Нет, тут если кто-то играл в Варлоков на платформе, да, Warcraft, да, 3, вот там примерно такая же система была. То есть тоже нормально так. Именно било не по цели, а по месту на карте. А там уже, она окажется цель там или нет, было непонятно. Вот сейчас смотрим, Флютер неплохо просел. Сейчас его еще гранатами там закидывают. Но отступают мифы. По ХП они сейчас достаточно неплохо лидируют. Посмотри, они там практически все фуловые, а вот у команды БЛУ сейчас явно наблюдается проблема. Да, ой-ой-ой-ой, мульты, все, зажимают РСП, по-моему, сейчас добьют просто окончательно. Там Мамутс просто, бедолага, в углу зажат, пытался оттолкнуть от себя Гасхага, но тот... Ну, Гасхаг просто на Маусван врывается и просто по левой кнопке мыши наваливает своим соперникам. Тут даже делать больше ничего не нужно. Ну что, DMH, Флютер, конец второй карты, друзья. Довольно все как-то пока что на второй карте было вяленько. Мифы просто уничтожили команду БЛО, 2-0 становится у нас, и это уже, возможно, мифы в финале. Ну, я думаю, что многие из знатоков БЛЦ, и даже уже не из знатоков БЛЦ с вчерашнего дня, в курсе, что миф – серьезные ребята. Да, на самом-то деле, ставка на победу миф на чемпионате не принимается. Поэтому... Ну, правда, посмотрим, еще есть... А миф просто возьмут, поставят на мистер Данди и сольются. И нормально с капусты сорвут. Я вообще гений. Ну что, начинается третья карта. Руины крепости Думарк у нас будут, ух ты. Сейчас посмотрим пик, очень интересен. Я все-таки ожидаю изменений какого-то по пику у Било и вообще возможно ли оно. Но вчера его ждал весь день, и ребята ничего не меняли в своем же пике. И проигрывали, и выигрывали. Но больше проигрывали, правда, вчера. Не, ну просто когда берут альтернативную связку какую-то, не факт, что она... Вот нам предлагают, пусть игрокам завяжут глаза и проведут фан-гейм на лане. На просто открытой арене без столбов. Знаю, я знаю, кто победит. Сандендес победит. Оп. И нормально. Сандендес и главное определение на клавиатуре кнопки F1 своей. Ну и нормально, стоишь и погнал. Так. Что там на пике? Пока вот без изменений. Пока опять вообще ничего. Я нет, все, надеялся на Мамутса на последнем пике. Нет, Мамутс не поменял ничего, тот же пик, но это, не знаю, это, по-моему, команда БЛУ обречена в этом матче. Этот Ганнер, это просто, посмотри, смерть любого. Он еще пыхтит так, что там дым откуда-то валит. Ну, вообще, кому интересно, у нас по кто откуда, команда БЛУ, там только Флютер, Финн, Мамутс и BMH вроде бы два шведа. Да, так и есть. Ну а у команды МИФ там два... Два Фина, это Гасхак и Джуха. И Интарион, кажется, из Швейцарии у него был швейцарский флаг. Да, он Швейцарий, но вообще корни из Болгарии. И вообще парень нас прекрасно понимает, если честно, на русском языке. Ну да, мы с ним общались. Он, если конечно... Не, ну нас-то он точно вряд ли будет понимать. Мы слишком скоростные для иностранцев. Хардкорные комментаторы. Так, смотрим за, наверное, за Джуха. Он здесь что-то в центре решил устроить перестрелку. С парнями нет. Гасхак пошел давить за Мамутсом. Посмотри, как ему в спину залетают все касты. Ну, вот зажимает в углу просто банально команду BLO. И сейчас Гасхак немножечко только отпускает свой натиск. Понимает, что 1 в 3 он пока еще не особо может тащить. А Йоха тем временем поддерживает просто огнем с фланга. Ну, знаешь, на самом-то деле сейчас ждем ульты просто от Интриона. Вот в эту кучу сейчас. Как раз то, что нужно, это болото. Потом... А вот сейчас они подождут, когда там будут потрачены какие-то эскейпы команды BLO. И потом сразу же вот в эту точку и полетят. Знаешь, болото, даже если не будут потрачены, они просто разделятся. Кто куда будет убегать из болота. Ну смотри, вышли. Вот там чувствуют. Вот оно и болото появилось. Ой, Мамутс заталкивает, но тот уходит
в инвизе, да. И сейчас там Флаттерпекс тоже свапается местами со своим хилом. И посмотрим сейчас за Гаскагом. А Гаскагу все равно кого пинать. Он просто, ему главное ближе к телу находиться. Мамутс, ты посмотри, у Мамутс там 120 хилсов было до поры до времени. Сейчас только его немножечко подлечили, до 500 увеличили показатель. Я думаю, это все, да? Я думаю, это все. Красный флютер, красный мамут. Вот сейчас просто пойдут на Маусван убивать всех. Ну там он Йохан раз-раз просто такими прошивочками нарезает. Ух ты, Гаскаг пошел, щит включает, врывается в аркаду, давит, давай, души, Мамутса, души. Да там просто, смотри, уже бедные в углу зажаты, как, я не знаю. Все равно все живы. Сравнить. Нет, не все. Все, отмучили Мамутс, остается флютер BMH, здесь они долго тоже. Да, ну BMH тоже погибает последним. Да, пока что мифы разрывают своих соперников. Напомним, в следующем полуфинале нас тянут все такие команды, как Going Bunkers из Украины. И их мистер соперники. Мистер Данни, очень серьезные. Дании, да, очень серьезные ребята. Вот они единственные, кто вчера навязали борьбу финнам, не считая команды Маузван. Но они по ходу турнира, по ходу самой лиги тоже заняли второе место. То есть, действительно, наверное, самый достойный соперник, потому что финской команды. Да, да. Итак, смотрим за тем, как происходит очередной раунд. Но опять же, начало, оно, в принципе, практически всегда идентичное. Правда, в этот раз Бело решили подраться. Ну так смотри, они агрессивно играют с самого начала фактически этого раунда. И вот сейчас Флюттерпекси там такой, иди сюда, и Джоха, и Гасхак. Я вообще не знаю, кто вы такие. Давайте сейчас будем резать по одному. Сантиметр за сантиметром мифы все равно прижимают Бело к респу. Джоха отходит назад. Нет, выходит Бело, выходит. И Мамутсу в центре с луком, посмотрите. А он... Лук наточил и нормально пошел дальше воевать. Опа, сейчас немножечко, конечно, притянули. Болот не очень хороший. Там дабл ульт пошел. Какая атака. Две ульты сразу делают мифы. Забирают энергию в центре Джуха. Вот снова энерджи за командой мифы. И даже стилить не пытаются Бело. Они вот в каком-то глухой защите. Который у флютера алтимейт вроде бы готов. Сейчас будем ждать, когда же все-таки он его использует. Потому что до сих пор он еще не был этой яростной черной дамой с мотыгой. Вот, пошла наконец-то эта ульта. И пошел резать уже. Йох, иди сюда, тут сразу же рокет-джамп оттуда. Газхак вообще не обращает вообще ни на кого внимания. Газхак ультанет тоже в ответ и будет драться с тремя в этой ульте. Надо уйти, все равно ульта ультой, но... Да, там еще метеорит заехал. Ну вот очередной рейдж теперь уже для Йоха. Все равно Газхак уже... дерется, бимейдж ультует, пытается выхилить себя. Уходит Газхак. Все-таки решил не оставаться, потому что там уже... Ну а тем временем Бело не так уж и уступает по ХП, вот только последние секунд 10 они, наверное, просели немножко. Жуха ультует, попал пару тычек в Мамутса, пару патронов, и, в принципе, на этом все закончилось. Флютер снова в ульте. Да, вот Флютер сейчас тут попадает, еще метеоритом сверху прибивает. Ой, как Флютер-то проседает! Еще подача BMH-а! В углу сжимает его просто, действительно, в угол сам и запихивает. Ну а там уже Гаскак, Маузван поехал просто убивать пацанов. Да, есть первый фраг, второй уже. И... Хилл остается последний. Снова зажали в респе, без каких-либо шансов для Бело. Мифы, конечно, спокойно идут к топ-3, спокойно идут в финал Винров. Да, еще три раунда им осталось взять для того, чтобы поддержать победу. Знаешь, вот наша Bloodline Community очень много говорила, что вот не хватает команды Existence. Типа они очень, типа, неплохо играют, то, что они вот там покажут, и могут и даже с мифами побороться. Но у ребят, к сожалению, на русский сервер там пинг под 70, и они не могут играть. К сожалению. Ну, то есть не очень комфортно себя чувствует. Ну, я думаю, в любом случае, вот чемпионат, хорошие команды, и в любом случае это хорошая тренировка для всех участников. Я думаю, вот эти команды, которые мы видим в StarLadder, на DreamHack должны выстрелить. Не, на самом деле, ланы — это всегда незаменимый опыт, который не может компенсировать ни один онлайн-турнир. Потому что по ощущениям, вот эта вся эта акклиматизация и прочее, она очень сильно решает. И команда, которая хоть несколько раз побывала на лане, она может быть в разы опытнее, чем те, которые отыграли там миллион игр онлайн. Так, у нас идет плотный замес. Сейчас смотрим на Интрион, Джуха. Сейчас тут, кстати, две ульты. Может пойти вот ставить одну ульту, и Джуха не тратил энергию. Он, точнее, потратил ее не на ульт. Вот сейчас снова набирает Риджу, и снова есть ульта. Щит. Да, ну сейчас смотрим, там Йоха неплохо наполучал. Посмотри, с одним делением еле-еле живой скрывается просто. И в это время Гаскак навыгребал дэмэджа, его разделили, отсплитили от Интериона на полтора экрана, ему нужно ближе подойти, то не получит хил, будет больно.
И сейчас преимущество у Билу, наконец-то они выходят с респа и могут сейчас выйти и дать мифам наконец-то по голове. Ну, по хп у них буквально x2, сейчас будем ждать ультов от команды красных, которых еще нужно ждать очень-очень долго. Гаскак, там, посмотри, медальон защиты. Ушел наверх Гаскак, каким-то чудом, Интрион зажат, Джуха зажат, и щит от Интриона уходит, Джуха. О, Рокки джамп, Интрион, посмотри, прячется за углом, и неужели получится выжить в этой ситуации? Да получается. Свапнулись местами, команда минус. Да, минус Йоха, и Ганнер погибает. Все-таки Мамутс попал, точное попадание, и не выжили мифы. Хотя ушли, их зажали, они вышли из угла, даже на лоу хп, но вот досадно. Это мог быть просто невероятный камбэк. Минус Мамутс, посмотри, еще не все потеряно, 2 на 2 остается. Что они дают, Интерион и Гасхак? Как они вытягивают 2 в 3 этот раунд, я не знаю, у них не было жизни. Ну а тут как раз просто, посмотри, зеркальная ситуация. То есть 2 хила и 2... Дэмэдж дилер, от Гасхак, Флютер Пэкс, у них абсолютно идентичные герои. Два шамана, два харба. Интерион, щит не спас. Не спас. Щит и Гасхак один, и все-таки Бейло взяли свой раунд. Хотя, ну вряд ли. Ну, с трудом, скажем так. Я вообще потерял этот эпизод, как они все-таки умудрились еще Мамутса убить в 2 в 3, когда было у них 2 красных. Жесть. 2-1. 2-1, первый раунд за Бейло. Ну, наконец-то вернулась у нас немножечко интрига. Надеюсь, интрига сохранится до конца этой карты. И, возможно, даже возьмут эту карту сейчас у нас шведы из БЛО. Ну, пока посмотрим, что у нас там. Поехала пока битва. Смотрим, Флютер Пэкси в очередной раз агрессивно очень играет. Пытается вот Гасхага себе притянуть. Гасхаг сразу же наполучал. Вроде бы не критично. Ну, и тут же Йоха нормально пока подстреливает. Сейчас появляется очередной рейдж, кто же его будет забирать? Интарион, скорее всего, забирает, да, он ближе всех находился, решили не рисковать. Ну и там опять эта драка в узком проходе намечается. Как-то ничего не меняется все, по-моему, мифы победили. Я не вижу, вот за счет чего Бело могут победить в этом матче. Они... Ну вот миф, видишь, более серьезно подошли к этому раунду, и у них сейчас все хорошо. Вообще, пока без особых проблем, они просто передамаживают. Да все как противника. Всегда, вот Гасхак щемит в респе своих соперников, Флютер уже красный, битый Мамутс, их зажали, если еще бы Интерион туда... Нет, нету там болота никакого у него. Ну, там еще нужно дождаться, когда у Йоха будет ультимейт, он там просто всех в этом углу расчленит. Ну, в это время у Мамутса уже полжизни, он врывается Джуха, Джуха сразу же уходит с прыжка, выходит Мамутс, ну, в принципе, без каких-либо проблем для Бейло. Все же, закончилась эта вот первая часть. Они даже вышли. Даже вышли. Ну, правда, конечно, у Флютера полжизни Мамутса, но как бы это не самый главный показатель. Главное, что все живы. А вот сейчас уже плохо. Сейчас уже плохо. Харб опасности. Затянул его Гасхак и сразу же минус. Просто не отпускают таких. Свапнулась помпа. Сейчас на центр ближе к Мамутсу. Пытаются снять Интериона, но тут тоже ничего их уже не спасет. Бимейч уходит. Все. Тут умрут. Там оба. Уже просто действительно такой разнос идет. 3-1. Ну вот как только мифы более серьезно подходят к исполнению своих ролей, тогда вообще все очень четко для них развивается. И у Бейлоу вообще нет никаких шансов. Как только мифы расслабляются, вот только тогда Бейлоу при правильной игре могут взять раунд. Как-то все не так. Не переживай, финал будет интересный. Первая карта была просто вот настолько интересная, что вот была надежда, что будет борьба. Но эту надежду сразу же обрубили мифы. И уже просто по накатанной заканчивают этот полуфинал. 2 раунда им нужно для победы. И, по-моему, они сейчас и пройдут. Так, еще тут Интерион немножечко подстрял. Но Интерион, опять же, да, нет никакого смысла, по сути, его особо пинать. Вот есть смысл напрягать хил при хорошо продамаженном, например, там, Йоха или Гасхаге. Чтобы тот просто не мог его подлечить. А пока мы видим, что Йоха и Гасхаг просто фуловые бегают. Тут уже вниз куда-то затолкали, там, с лестницы. Столкнули, скинули. Вообще прогнали с карты просто Бейло команду. Да, отсюда. Ну, сейчас Гасхага пробивает немножечко. Йоха сразу же делает ракетджамп, уходит, там появляется очередной Мамутс рейдж. Мамутс ощимит, далеко Бимейч. Мамутс. Ну, просто вот на секунду, наверное, Бимейч немножечко вот что-то потерял вообще контроль карты. Не пошел помогать своему улучнику. И, конечно же, того уже убили быстренько. Ну, теперь уже и сами терпят. Все, 4-1, куча матчпоинтов для команды Meanwhile in Finland. 4 матчпоинта, если быть точным. Да, ну, как бы я не знаю. Должно произойти чудо. Вот следующая игра, чем интересно, все-таки команда из Украины против команды из Дании. Вчера украинцы проиграли и, возможно, попытаются сегодня взять реванш. Ну, конечно, мистер Дандиктери великолепно играют.
Не, ну все равно я смотрю на результаты таблицы. Going Bonkers, у них 3 победы, 2 поражения. Вроде бы неплохой результат. Да, они проиграли, украинцы, на этом чемпионате только Мифом и только Мистер Дандиктори. Вот этим двум командам. С которыми, по сути, предстоит им сразиться, если они одолеют тех же Дандиктори. Ну, вот если мы можем сказать, как вот украинская команда сыграла против БИЛО, я могу тебе сказать. Они... Да, я вижу, тут 2-5, 0-5, 5-4 и опять же 2-5. 3-1 по картам. Да, 3-1 по картам, и причем, когда проигрывали, то проигрывали весьма-весьма салатно, а вот выиграли со счетом очень близким, 5-4. Ну и, кстати, они же выиграли у БИЛО в матче регулярного сезона, там был очень напряженный матч, 2-1 по картам, тоже 5-4, 4-5, последние раунды, там ниндзя 1-2 берет, вытягивается счета 3-4, там, ну, просто фантастика. Так, в это время что у нас? Битый Интерион, битый Газхак, здесь же Мамут Красный, ультой БМХ, Джуха занимается Флютер Пекси сейчас и снова прогоняют команду БИЛО к своему респу, отхилились немножечко мифы, хилсы общие пока что равные, но это ненадолго. Да, yeah. Ну я думаю, сейчас опять вот зажмут там на респауне просто сейчас Газхак со своей подтянул компанией. Подтянул Мамутса, Мамутс пытается еще уйти. Метеорит сверху, да, там разрывает просто хила, и это 2 в 1, кстати, размен, остается один Флютер Пекси, ну и... Ну, Газхак себя поменял на двоих, это очень хороший размен, 5-1, победа! Да, победа мифов, они выходят в финал, ну а у нас впереди, что, следующая игра, Гоубол против... Ну, впереди у нас небольшой перерыв, друзья. Да, ну маленький перерыв, конечно же, после которого мы вернемся в эфир. Так что вот они, никуда не пропадайте. Мы вернемся. Домой. Команды сейчас вот обнимаются, пожимают руки на сцену. И, конечно же, БИЛО немного расстроены. Но что поделать, играли с лучшими, с одними из лучших в мире Bloodline Champions, поэтому тут никаких проблем. Next time, как говорится. Ну что, а нам остается с Каспером, наверное, пока что немножечко отдохнуть. Команды поменяются на сцене. Сейчас подключат на сцену девайсы Going Bonkers и их соперники из Mr. Dandictory. И сразу же после того, как команды будут готовы, мы возвращаемся в эфир. Я думаю, минут 20 точно нам понадобится. Поэтому оставайтесь с нами, попейте чайку, сходите в магазин. Там купите каких-то полезняшек и удобнее усиживать в своих креслах, диванах. Будем смотреть за интересным БЛЦ, ПБ и Доткой. Все, пока что пауза.